Перед тем, как укладывать на раствор кирпичи, вам надо все подогнать, все разрезать, подготовить, разметочку сделать. Вот так вот кирпичики наточить. И вот после того, как у вас все уже подогнано, можете выкладывать на раствор. Вот у меня трубу подрезал уже, все в одной плоскости с печкой. Ее тоже можно устанавливать и здесь закладывать кирпичом. Вот. Вот завершающий ряд. Вот так вот выглядят кирпичи. Теперь можно выкладывать нашу мутную смесь и закладывать здесь. Здесь, видите, я тоже вот такими тонкими кирпичами закладываю. Здесь практически без шва. Кирпич упирается друг в друга. Очень мощная, прочная перевязка получается. Снизу там все сопли, все надо убирать, чтобы ничего не висело, никаких сталактитов. Вот так вот. Вот так выглядит печь под казан круглого сечения. И здесь будет вот так лежать плита чугунная и кольцо. Где-то по сантиметру вот так будет уже, чем проем печи. Как раз казан будет где-то сантиметров на 20 вниз. Дрова. Казан будет полностью в костре находиться. И дым будет выходить после того, как прогреет весь казан. Дым будет выходить в дымоход. Друзья, пару слов о устройстве дымохода в печи под казан. Смотрите, устанавливается дымоход из нержавеющей стали. Сечение дымохода 120 мм, толщина металла миллиметр. Здесь вы видите, поворотная задвижка устанавливается. Будет довариваться сюда штырь, выходить на фасад. И здесь будет поворотный барашек. Значит, там, где будет кирпич лежать сверху трубы, обязательно укладывайте вот такой фольгированный базальт, чтобы не тепло не передавалось на кирпич. И также здесь устанавливайте базальт либо вот такое вот керамическое одеяло, керамоволокно. Ну вот, собственно говоря, так выглядит устройство дымоотведения в печи под казан. То есть дымоход будет идти вдоль стены мангала и потом будет выходить в общую трубу. Печка под казан сформирована, перекрыт дымовой канал. Вот так все выглядит. И следующий этап — уже формировать непосредственно стены мангала и духового шкафа. То есть сейчас я раскладываю. Сюда поворачиваю, будет здесь все из облицовки. Я открываю проем для портала мангала. И все проверяю лазерным нивелиром, чтобы у меня все было на одном уровне. Вот здесь я поставлю вот такую задвижку. Эта задвижка сейчас от приточного канала. Значит, будет вот здесь труба выходить. И вот здесь вот из стены будет торчать такой вот поворотный механизм. А здесь, значит, будет торчать из стены вот в этом месте задвижку перекрываться. То есть вот так мне надо отрезать вот этот хвостик и прямую такую проволоку приварить. А здесь вот такой вот барашек, так называемый, сделаю. В общем, два одинаковых куплю.